Российская металлургия показала себя с лучшей стороны. Самый лучший тест, как всегда, это кризисное явление. В кризис мы доказали мощь и стабильность нашей бизнес-модели. Мы имеем в виду российские металлурги. Мы показали свое превосходство над нашими конкурентами в более развитых странах. Российский рынок после первоначального шока также продемонстрировал себя рынком растущим и развивающимся. У нас по-прежнему очень хорошие фундаментальные перспективы для роста спроса. Так что в целом мы довольны нашим, так сказать, перформансом за последние несколько лет. Задача металлургии, на мой взгляд, конечно, это максимально эффективное управление именно этой отраслью. И сегодня те инвестиционные проекты, которые реализовываются у металлургов, конечно, на мой взгляд, они дадут большой эффект. Цена на продукцию российских металлургов, она ни в коей мере не должна быть выше, чем цены на мировом уровне. Я думаю, это как раз и послужит тому, чтобы не применять какие-то заградительные меры, чтобы не вмешиваться к каким-то регуляторам. И это позволит быть конкурентоспособными. Тяжелые времена кризиса для российской металлургии закончились. По нашему мнению, это касается как черной, так и цветной металлургии. Наиболее важным событием, которое произошло за последнее время на рынке России и стран СНГ, стало создание единого таможенного экономического пространства Россия, Казахстан, Беларусь. Четвертый рынок, четвертая экономика, наиболее развитая на постсоветском пространстве, а это экономика Украины, до сих пор не входит в это единое экономическое пространство. И, безусловно, встает вопрос, насколько возможна тесная и полная интеграция экономики России и экономики Украины. В целом у нас чрезвычайно оптимистический прогноз, как по 2011 году, так и на будущие периоды.